Тем временем в Лас-Вегасе проходит тюнинг-фестиваль SEMA 2017, в рамках которого Chevrolet представила еще более экстремальную версию пикапа Colorado ZR2 под названием AEV Concept. Автомобиль получил более прочные бамперы, защиту днища, дополнительную светотехнику, встроенный резервуар для воды, воздушный компрессор, холодильник и множество алюминиевых ящиков. К тому же в оснащение концептуального пикапа входят массивные колесные диски и 35-дюймовые шины, готовые цепляться за любую поверхность. Стоит отметить, что экстремальный прототип оснащен специально разработанной подвеской от Chevrolet Performance, в состав которой входят амортизаторы с более длинными ходами.